Привет, друзья, с вами Антон Деркач. Несколько дней назад я вернулся с отдыха и, как и планировал, это лето я провел самым чудесным образом. Отдыхал на природе, наслаждался чистым воздухом, читал интересные книги, общался с интересными людьми. Об одной из прочтенных книг я планирую снять в самое ближайшее время видеоотзыв, которым поделюсь с вами. За это лето я набрался сил для того, чтобы эффективно приступить к новому этапу моей жизни – четвертый курс медицинского университета. Он будет еще интереснее, чем предыдущий. Я готов учиться, узнавать новое и делиться с вами самым важным и интересным из того, что я узнаю. Спасибо за то, что вы с нами. Увидимся на новых видео. Пока!